провести ночь с хорошим сном. Последнее время я слышал много неприятных вещей. Это укрепляло мое долготерпение. Но я хотел, чтобы люди убедились, что я человек свой. Я только что наверху выпил чашку чая, который я оценил в 10 886 тысяч евро. С сегодняшнего дня паук чист. И очень часто мне задают вопрос, что я нашел в пауке? Себя.